Что вы нас поддерживаете. Сейчас боксист. Спасибо. Я запутался. С моей бренной жизни. Встань, покажи сиськи. Небольшое лирическое отступление. У меня небольшое сиськи. Какой там у тебя? 0.5? 0.6. Что, генцептор разгонял, да? Ладно, лирическая песня. Называется «Мы гуляли под дождем». Прыгаемся немножко. Да-да-да, прыгаемся. Thank you.
Классические музычки.
начинать. На пустынной дороге тихий ветер с усы. Я стою на пороге, у крыльца свет горит. Где девчонка сыграла, слышу ты со мной. До ночи колдовала, не просто стороной. Следующая песня реально драйвовая. Стены я ставлю, я не взял. Не, ну если еще кто-нибудь захочет эту песню, может, мы ее сыграем, конечно. Да. Пока только ты одна, Катюх. Давай после этой песни решим. Что, давайте прыгать, плясать, не знаю, вытворять неадекватные вещи. Ближе к сцене, ребятки, давайте. Куда еще ближе, Антоша?
Спасибо, приходите на наши концерты еще, а теперь... Давайте мы будем выступать на Угарном Кадаре 21 декабря. Приходите, все, там будет офигенно жарко просто, ребят. Здесь же, в Оборвалге. Да, даже здесь же мне вот подсказывает наш менеджер. Спасибо клубу Оборвалг, звук реально хороший по сравнению с теми местами, где мы выступали. Слышно себя. А мы сидим? А, у нас еще песня, да? Которая называется «Я тебя люблю». Да! Спектр еще один. Я как синее небо и водой закат, кто-то смотрит вперед, а кто-то назад. Давайте позовем их на сцену. Yeah.
любимая. Такие спокойные песни у нас закончились, осталось только жарище. Карабанчик с бабом на состоянии. Все будет хорошо. Всего лишь 120 ударов в минуту. Карабанчик, скорее вышел. Ну будут паузы в куплетах. Наконец-то у меня будут охуенные полки. Все, давай, давай. На апку. На апку. Попараться, я мой. Давайте играть, давайте жечь, как я люблю говорить. Итак, что у нас следующее? Вау. Что следующее? Следующая, следующая классная песня. Дергаемся все. Но мы начнем с маленькой игрушки.
песня называется «Новый день». Ничего нет! Как ничего нет? Самогон! Смотри!
Что мне? Нет, что делал? Дис! Сейчас там еще было, я помню, сам клан. На поезде! Ребят, времени осталось мало, поэтому скромненько скажу. 21 числа, то бишь декабря, имеется в виду. Снова ждем всех вас здесь, своих друзей. Будет Идиссиниус! Иван!